Привет всем! Это топ-10 самых популярных товаров для собак. Поехали! 10 место. Эластичный бандаж. Этот предмет должен быть обязательно в вашей аптечке. Защищает рану от грязи, а также предотвращает ее разлизывание. При этом отлично держится, но не склеивает шерсть как пластырь. Есть даже с горьким вкусом. Номер 9. Светодиодный ошейник. Прогулка ночью теперь не проблема. Вы всегда увидите вашего питомца даже в кромешной тьме, благодаря светящемуся ошейнику. Заряжается от USB и работает до 8 часов, даже в мороз. Имеет постоянные и мигающие режимы работы, а широкий ассортимент цветов позволит вам не перепутать своего питомца с другим обладателем такого же ошейника. Номер 8. Оленьи рог. Это полезное и натуральное лакомство для собак. Вкусные рога содержат природный источник кальция, витаминов, глюкозамина и хондроитина. Не имеют запаха и не пачкают ковры. При регулярном использовании очищает зубной камень, укрепляет зубы и десна, а также защищает мебель и обувь в вашем доме. 7 место. Полотенце для собак. Это не обычное полотенце, а полотенце из микрофибры, повышенной плотности. Специальная гипоаллергенная ткань из ультратонких волокон впитывает в 7 раз больше собственного веса. Вытереть собаку с ним не составит труда. А еще такое полотенце легко стирается и быстро сохнет. 6 место. Крем-мыло для лап. Натуральное, без щелочи, мягкое очищающее средство с маточным молочком для бережного ухода за лапами. Легко смывает грязь, не сушит, смягчает и увлажняет кожу подушечек, не раздражая ее. Обладает выраженным антисептическим действием, улучшает кровоснабжение кожи, благотворно влияет на ее состояние. Применяется ежедневно после прогулки на улице. Номер 5. Хотите послушную собаку? Тогда вам понадобится кликер, лакомство и немного терпения. Кликер – это щелкающий прибор для дрессировки собаки. Обучение командам происходит быстрее и позволяет добиться больших успехов в обучении. Щелчок в момент выполнения желаемого действия поможет объяснить вашей собаке, что вы от нее ждете. Номер 4. Миска складная силиконовая. Собираете в поход или на долгую прогулку с четвероногим другом? Эта миска легко складывается и не занимает много места в сумке или рюкзаке. Вес около 100 грамм. Изготовлена из безопасного для здоровья животных силикона, а еще ее можно использовать для корма. Не любите мыть собаке лапы? Номер 3. Это лапомойка для собак. Все, что вам понадобится, это сама лапомойка и немного воды. Аккуратно поместите лапу собаки в лапомойку и сделайте несколько движений вверх-вниз. И все готово. Магия! Не забудьте вытереть полотенцем из микрофибры 7 места. Номер 2. Именной жетон. Эта вещь должна быть на собаке, если вы не дома. На таком жетоне гравируются контактные данные владельца. Самый популярный дизайн в виде косточки. Легкий, выполнен из алюминиевого сплава. В комплекте надежное кольцо для крепления к ошейнику. Если ваша собака потеряется, то нашедшие сразу свяжутся по указанным телефонам. И, наконец, номер 1. Гигиенические пакеты. Если вы гуляете на улице, вам обязательно понадобятся пакетики для... ну вы поняли. Непрозрачные, прочные и вместительные. Легко одевается на руку, это удобно и гигиенично. А если вы заботитесь об окружающей среде, то есть и биоразлагаемые. Надеемся, что вы теперь знаете немного больше о товарах для собак и можете порадовать себя и своего питомца. Любите животных, и они обязательно ответят вам тем же. Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки на товары вы найдете в описании под видео. Ждем ваши отзывы о своих любимых товарах в комментариях. Хорошего дня и удачи!